Россия не вправе заниматься охраной общественного порядка в пределах исключительно экономической зоны. А хулиганство – это преступление против общественного порядка. Из этого вытекает то, что там в принципе не может быть совершено хулиганство никем. Ограничение для тех, в отношении которых избрана мера пресечения в виде залога, независимо от того, иностранцы это или россияне, а у нас есть и россияне, обвиняемые по этому делу, предусмотрено законом. И это единственное ограничение – являться к следователю либо в суд по вызову следователя или в суда. И в прошлом были случаи, когда освобожденные под залог и иностранцы, и россияне уезжали туда, куда хотели уехать, опять же, имея в виду, что они в случае необходимости должны явиться к следователю. Следователь находится в Петербурге. Доехать, например, из Хельсинки до Петербурга не проблема в течение суток. Или из Таллина до Санкт-Петербурга, или из Стокгольма.